вот дальний удар Владимира Сосницкого не достигает цели. Ну, очень красиво, конечно, сейчас вот был так вот по-мастерски забит мяч. Вдвоем прорываются, всей командой атакуют. И вот этот короткий пас, удар, все, гол. Знаете, я вот впервые в этом сезоне вижу буквально с первых минут стартовой четверки Никиту Семина. Андрей Павлов, тренер, доверил ему сегодня игру, и он, знаете, смотрите, оправдал надежду, забил уже два мяча. Тренерская задумка Андрея Павлова, она, в общем-то, воплотилась в жизнь. Сейчас я не вижу на поле Михаила Липинских. Вот немножечко не загораживает здесь болельщик Валерий. Вот огромное спасибо. Вот теперь я вижу ворота. И удар Геннадия Мыца. Вот вовремя ушел болельщик. И Геннадий Мыц увеличивает разрыв в счете до 5.